Совет старейшин Чувашии провел очередное заседание. На этот раз в повестке дня были вопросы подготовки к празднованию Дня Победы и проект закона о социальной поддержке пожилых людей при оплате взносов на капитальный ремонт. В республике создан оргкомитет по подготовке и проведению Дня Победы. Волонтеры, меценаты и отделы социальной защиты помогут ветеранам и труженикам тыла на дому. Старейшины обратили внимание, что необходимо привести в порядок воинские захоронения. Было высказано предложение провести праздники улиц, которые носят имена героев Победы. Министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Дмитриев рассказал о проекте закона о дополнительных мерах поддержки граждан, достигших 70-летнего и 80-летнего возраста в части оплаты за капитал. Ремонт. Предлагается, что одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет будут получать 50%, а старше 80 – 100% компенсацию взносов за социальную норму жилья при условии, что нет долгов. Этот законопроект будет рассмотрен завтра, 7 апреля, на сессии Государственного совета республики.